Итак, давайте посмотрим результаты работы InviteBot. Это мой первый аккаунт. Здесь мы видим 9 сообщений. То есть из 30 человек 9 нам ответили. Давайте посмотрим, сколько из них положительно. Вот он, первый человек. Вот второй человек. Третий. Четвертый. Пятый. Итак, из 9 человек 5 нам сказали: да, мне интересно, расскажите подробнее. Посмотрим второй мой аккаунт. Здесь из 30 человек 10 мне ответили. Давайте опять посмотрим, сколько из них положительно. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. 7 человек на данном аккаунте ответили мне положительно. Откроем аккаунт моей жены. Здесь инструмент работал с входящим трафиком, и он отработал 50 человек за последние сутки. Обратите внимание, везде сегодняшние даты. Смотрим. Раз, два, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ну, кстати, Максим был и на другом аккаунте. То есть 12 человек на данном аккаунте сказали: да, мне интересно. То есть инструмент отработал всего 50 человек, 25 из них ответили, и 12 сказали: да, мне интересно. Это практически каждый второй. Давайте посмотрим второй аккаунт моей жены. Здесь инструмент также отработал 50 человек, из них 15 нам пока что ответили. Считаем. Раз, два, три, четыре, пять. 6. Да, 6 человек. То есть за последние сутки вот инструмент привел такое количество людей. В сумме с 4 аккаунтов это практически 30 человек. 30 заинтересованных всего лишь за одни сутки. И это всего лишь с 4 аккаунтов. Такой результат может повторить каждый.